В ногу с инфляцией. Повысить минимальную тарифную ставку. В Тюмени подорожает проезд в автобусах, а их водителям поднимут зарплату. Детские трагедии. Оказывали доврачебную помощь. В это время дежурный администратор, заместитель директора и вообще все сотрудники звонили в скорую помощь. Полиция расследует причины гибели школьника на уроке физкультуры в поселке Боровский и травму ребенка в Тюменском батутном центре. Работы начались. Сколько машин вместит новый паркинг на площади 400-летия Тюмени? Подробнее об этом и не только смотрите сегодня в 18 часов на канале «Тюменское время», а также в 19:30 на РЕН-ТВ.